Оригами, украшения из кожи, картины и другие работы, выполненные вручную, можно увидеть в здании областного филиала партии «Нур Отан». Уже 5-й год в стенах партии проходит фестиваль творчества для детей с ограниченными возможностями. Экспозицию работ особых детей посетила Фариза Убаева. Уникальный фестиваль собрал уникальных участников. Это дети с ограниченными возможностями. Они пишут картины, вышивают, лепят разные подделки и даже изготавливают украшения с национальными орнаментами. Одна из таких мастеров – Асемнур Адильхан. Для 22-летней студентки Карагандинского технико-строительного колледжа это первая выставка. Инвалид с детства, Асемнур всегда мечтала стать дизайнером и очень рада своим первым успешным шагам. Колледж, в котором я учусь, раскрыл во мне желание и талант. Детская мечта взяла верх, и я поступила на дизайнера. Сейчас я на 2-м курсе, и все эти годы я испытываю большую поддержку со стороны своих преподавателей и сокурсников. А после такой выставки я хочу творить все больше и лучше, чтобы в будущем осуществить свою мечту и стать дизайнером. Более 200 подделок, изготовленных детьми, украсили зал в этот день. Фестиваль организуется уже 12-й раз и с каждым годом набирает популярность. Число участников растет, качество выставочных работ становится лучше. То, что касается сейчас, очень важно. Благодаря таким мероприятиям мы стараемся создать возможность для таких детей для самореализации, развития культуры, национальных ценностей. Вы видели, очень много там поделок, которые можно использовать, допустим, как показать наши национальные ценности, нашу национальную культуру. Они сильные, они не унывают, говорят организаторы. И надеются, что такие выставки вызовут у особых детей веру в будущее. В ходе выставочного фестиваля участникам вручили благодарственные письма и памятные подарки. А дети теперь будут готовить новые работы для новой экспозиции, которая пройдет через месяц. Фариза Улбаева, Олжас Габбасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.